в этот раз. Ты с каком перемещается? Да ё-моё! Гос! Ну блин! Ничего себе ударчик у него. Куда нож дел? Пэшент. Ну блин. У тебя ничего не получится. Я не хочу смотреть вверх. Я лучше так буду смотреть. Блин, как-то можно же это брать? Нет, не хочу. Слишком много. Во-во-во-во! Отлично. Мы слишком жирны для этого. Ха-ха! Так, давай, да. Во! Давай, раскачивай лодку, ну! На... Опа! Да! Мы его повесили! С собой. Я хз. С собой. О, да! Отлично! Могли бы быть красивыми. Ни хрена не вышло. Я был против. Ой, красиво. Все, блин. Похож на лебедя. Ну ему так норм. Слушай, по-моему, в оригинальной игре он был, я не помню. Да? Вот это, по-моему, было место. Нет, но если он... Ну, слишком красиво он повис, чтобы просто так. Ладно. Мало ли, слушай, я закрою, пожалуй. Кто знает? А то дует. Кто знает, что с этим чуваком будет? Может быть, он, не знаю, решил выжить. Все. Закрой. Ну так. На всякий пожар. Не в лифте родился. Господи, как ковыряет так тупо. Это полтора часа, сейчас осталось 2.5. Он будет 2.5 кулять? Я не знаю. Я не знаю, сколько часов идет прохождение. Но будет это все. Сейчас, ну да, 1:40 уже. Час, почти 2. 1:45. Там уже пожар. Откуда там пожар? Опа, церковь горит. Рассвет. Блин, рассвет. День. Что? Типа будет спокойный период или что? Я хз. Музыка напоминает из этого, из героев. На самом деле это Ravenholm. Ну это да, точно. Точно. И отец, кстати. Правда, без дробовика, но... Откуда ты знаешь? Хорошо, с дробовиком. Ну, это эти приехали. А меня же из плохого считают. А сейчас же эти пидорасы, этот... дух их расплывается. Да, да, как, блин. Как раз вот этот момент. Да. Слушай, неплохо, неплохо. Я хоть не прошел игру до конца, но, блин, все равно. Видно очень сильно связь. Так, да. Обеспечил благополучный выход. Подозрение со сотрудников. Так, я понимаю, что период пациентов уже запланирован. Мы все уже смогли научить национальную прибыль нового проекта. Мои исследования начали. Верники нашли никого вроде от тех трех особенных сновидений. Я думаю, очень... Вот, Билли, который умный парень. Ага. Даже внимание использовать ресурсов трудно переоценить. Только надеюсь, что новое здание хорошо защищено. Вот женского персонала. Для женского, а не вот женского. А, для. Я уже сам тут. Немножко с ума сошел. Так, ну ок. Ой, мне напоминает реально этот... Nightmare House 2. Там тоже больница была, лечебница, потом военные пришли, начали по всем стрелять. А, мы были среди военных. Почему бы не сходить туда и не взять пару автоматов? Была бы хорошая концовочка этой игры. Если в конце Найтмара, всех этих хорроров, ты брал бы две М4. Да, две руки. И как самый Рэмбо. Рэмбо на Сириус Сэм. Было бы хорошо. Не спорю. Музыка, кстати, такая спокойная, что-то такое странное. Ну так рассвет же. Совсем рассвет, вот прям вообще, вот вообще. Но это слишком подозрительно, сейчас что-то будет. Блин, не просто такой коридор.
Ну, рассвет-то круто. Ну, дух не может появиться, правильно? Абсолютно хз. Кстати, его глюч перестал, заметил? Ну да. И он не хромает, кстати. Узнаешь? Ой, да. Ха, блин, столько отсылок. Да. Он не хромает. Слышь, узнаешь? Блин, офигеть. Да, 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 естественно. Охренеть. И мозг спокойно, чтобы мы смогли побродить по этому. Вот этот туалет был закрыт. Тут кто-то что-то делал плохое. Вот. Блин. Хорошо, это мне это нравится, это прикольно, но... Но что нам делать-то? Может, выход и все, и... Ура! Хрен. Давай попробуем. Вот, первый этаж спускаемся. Вот, лобби. Выход. Сейчас-то идиллия, я думаю, дверь захлопнутся, и настанет, конечно, пиздец. Вон, вон тот чувак. Бледина. Сволочь. Так и знал. Уху. Ну да. В него вселится, что ли? Вот так-то. Так, ладно. А меня он что, не будет трогать? Ну, меня и так пырнули ножом, я сейчас умру. Давай, доползи, доползи. Ну же. Давай. Давай. Подними свою жопу. 30 шагов. И херач к выходу. Давай. Все, рассвет, все, отлично. Мы выжили, выбрались. Что, все, что ли, конец? Ну, я думаю, да. Слишком как-то уже все лайтово. Слушай, а там были военные машины, когда мы приехали? Да. Да? Окей. Только дверь, кстати, открыта. Блин, ну что, реально все, это конец, что ли? Мы реально выберемся? Птички поют, солнце... Может, ему это снится, пока он сидит у этого жениха? Слушай, вот не знаю, реально. Так, а вот это не было разворочено. Это после обычного Outlast'а уже. Не может быть это после обычного Outlast'а. Вот эти двери, они были закрыты в начале Outlast'а. Вот, машина стоит, на которой он приехал. Окей. Сейчас что-нибудь должно быть. Обязательно. О, что-то смотри. Это дух, да. А может быть ты дашь назад? Тихо. Нет? Все. Нет? Отлично. Давай, сваливай. Ну? Что, свалил, не свалил? You press that button. It's not going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive. Во, живым даже выбрался. И рассказал даже. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. Типа рассказать, поставить их всех. Understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. Это but пипец. It's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Аксилиально, вот что бы ты сделал? Я? Ну, у меня выбора нет. А выбора нет, да? Встать не может. А блин. Вот хрен знает. Я бы, не знаю, постарался как-нибудь договориться и залить там все нахер. Реально, топал, ну что-то сжечь, я не знаю. Ну да. Но это, походу, не единственное место, видишь, организация-то глобальная. Даже не просто так все. Ну, ладно, загружаем.
Все? Офигеть. Мы смогли, мы сделали это. Это было 2 часа, но... Ну, кстати, это было реально, это было 2 часа. Я думал, да. 4 будет. Учитывая, что мы тупили еще. Информатор! Оу, да! Ой, ребят, надеюсь, вам это понравилось. Если вам это понравилось, хотите что-то подобное, больше видео с Лешей. Ставьте лайки, пишите это в комментариях. А ссылка на... У него, кстати, есть тоже свой канал на Ютубе. Он начинает что-то делать. Пытаюсь, да. Ну, ссылочка там в описании, заходите, смотрите, что вообще у него есть. В принципе, прикольно, он такой блогер будет. Может блогер. Быть. Может быть. Как будет настроение. Ну, вообще, игра оказалась прикольная, в принципе, самое то для глубокой ночи. Так что, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если вы здесь первый раз. Пишите свои впечатления в комментариях. С вами был Шет, Слава и Лёша. Ленин. Всем пока. Пока. Я не боюсь, и ты не бойся. Все, давай, как мужик, как мужик, как мужик, твою мать, блин. Да. Окей. Я знал. Вот, ребят, меня дико пугают эти скримеры, но эти скримеры я знал.